Дорогие друзья, давайте рассмотрим начало работы с вязальной машиной К-150. Для начала давайте определимся о положении игл. Когда иглы прижаты к задней части машины, это положение А, заднее нерабочее положение. Иглы в таком положении вообще никак не задействованы в процессе вязания. Это касается вообще всех вязальных машин. Далее следует положение Б. Иглы в положении Б вяжут кулирную гладь, вяжут различные рисунки. Все иглы вяжут при любом положении рычагов каретки. Далее следует положение С. Положение С используется для вязания рисунков. Иглы в положении С вяжут. После провязывания возвращаются в положение Б. Далее следует положение D. Иглы в положении D принимают положение переднего нерабочего положения, которое используется при частичном вязании. Иглы в этом положении не вяжут при задействованных в работу рычагов Рассела или рычагов частичного переплетения. Каретка просто проходит сквозь эти иглы. Также иглы в положении D используются для наборных краев, для начала вязания и для более легкого провязывания каких-то участков. При опущенных рычагах Рассела или опущенных рычагах частичного переплетения, это касается любой машины, любой каретки, при провязывании иглы из положения D возвращаются в положение B. У тех, кто только приобрели вязальную машину ЛК-150, возникает вопрос, как набрать петли закрытого края. И я вам хочу предложить сегодня два легких способа набора петель для красивого закрытого края. Итак, переводим иглы в положение D. Рабочая нить заправлена. Выполняем наборный ряд обвивом. Для того, чтобы его выполнить, справа налево выполняем обвитие каждой иглы. Для того, чтобы у вас не клинило каретку и петли провязывались, петли следует набирать свободно. Этот край, этот наборный край подходит для каждой однофантурной машины. Главное условие – петли должны быть набраны свободно. Если петли будут набраны слишком туго, каретка не сможет их провязать. Итак, мы с вами выполняем этот наборный ряд. Как определить, свободно ли вы набрали петли, вы можете взять в руки любой декер, который идет в комплекте к машине, и попытаться подвигать их. И если петли свободно перемещаются, но не болтаются, наборный ряд обвивом набран хорошо. Придвиньте только что набранные петли к зубьям машины. Свободно провяжите первый ряд. Так как машина ЛК-150 не оснащена щетками Юнинга, и это касается и машин типа Нева, гребенкой ровно ее стороной придержите петли
выдвиньте иглы в переднее положение. Провяжите следующий ряд. Таким образом можно продолжать процесс вязания. Если ваша машина не оснащена щетками Еллинга, как машина ЛК-150, вам могут понадобиться боковые грузы. Навесьте два боковых груза по краям полотна и продолжите вязание. Часто задают вопрос, как определить подходящую плотность вязания для той или иной пряжи. Для того, чтобы определить достаточная ли плотность, следует выдвинуть одну иглу. Если петля свободно проскальзывает через закрытую головку иглы и не болтается, это достаточная плотность. Если петля выходит из иглы и надевается на иглу туговато, значение плотности на каретке стоит увеличить. Слишком свободные петли приводят к дефектам в вязаном изделии уже по его окончанию. Такое изделие будет обязательно растягиваться. И это нужно учитывать. Уменьшим плотность вязания и провяжем. Слишком тугие петли, во-первых, потребуют от вас большей оттяжки полотна. Полотно получается более плотным, менее эластичным. Оно замечательно подходит для оформления кромок изделия, для оформления планок. И для тех изделий, где требуется именно жесткое, менее растяжимое полотно. Для машины вязать постоянно такое полотно тяжеловато. Кроме того, это неудобно для выполнения различных убавок. Посмотрите, обратите внимание, как туго снимаются петли с игл. Мало того, что они туго снимаются, они еще и застревают. Если вы вяжете тугое полотно, вы будете чаще менять иглы на вашей вязальной машине. Провязать в машине такие петли достаточно тяжело. Петля туго снимается с иглы и точно так же туго надевается. Для того, чтобы подобрать плотность для определенного типа пряжи, нужно попробовать несколько плотностей и посмотреть, какое полотно будет наиболее хорошо выглядеть. При одном и том же метраже пряжи может быть использована идеальная разная плотность. Это зависит не только от метража пряжи, но и от ее фактуры. Чем объемнее пряжа, тем больше может быть значение плотности при одном и том же метраже. В инструкции к каждой машине есть таблица, усредненная таблица, предлагающая метраж пряжи и плотность. Заметьте, я сделала акцент на слове «усредненная таблица», потому что, например, при одном и том же метраже разные пряжи, разные фактуры могут вязаться на разных плотностях. Вы можете заметить, что достаточно тяжело провязывает машина убавки. А что такое, собственно говоря, убавка? Это когда ваша каретка должна провязать 2 петли на одной игле. Итак, подбирая плотность,
переключаете ручку выбора плотности. Пока не добьетесь плотности, которая будет свободна и провязываться калиткой, и свободно, тем не менее, выполнять убавки петель. А далее ориентируйтесь на свое собственное восприятие. Например, для этой пряжи, которую я использую сейчас, нормальная плотность может варьироваться от плотности 6 до плотности 8. Это зависит от того, какое полотно вы хотите получить. То есть и на плотности 6 я получаю довольно-таки хорошее полотно, и вот полотно на плотности 8. Если от полотна требуется меньше эластичности, то мы можем использовать полотно под номером 6. И если требуется большая эластичность, либо допускается эта большая эластичность, то мы вполне можем использовать плотность 8. Если вы выполняете образец, совсем не обязательно рвать пряжу. Достаточно сбросить образец с игл машины, проведя каретки без нити. Вновь переводим все иглы в положение D. Берем в руки петлю-ловитель. Рабочая нить в левой руке, петлю-ловитель в правой руке. Такой наборный ряд можно выполнить также на любой машине, включая машину Нива. Выполняем скользящую петлю. Удерживаем левой рукой рабочую нить. Петлю-ловитель вводим между крайней и соседней иглами и выполняем петлю. Петля должна быть достаточно свободной. Между следующей парой игл вводим петлю-ловитель и провязываем следующую петлю. Важно следить за тем, чтобы петли не были затянутыми. Если петли будут слишком затянуты, каретка вообще может отказываться их провязать. В этом случае вам нужно распустить наборную цепочку и выполнить ее еще раз, но более свободно. Петли должны быть строго одинаковыми. Удобнее всего, если вы будете держать петлю-ловитель под наклоном 45 градусов, развернутым к вам боковой стороной. При прохождении, обратите внимание, между иглами, при движении петлю-ловителя вверх, язычок сам раскрывается. Потом мы подхватываем нить, опускаем петлю-ловитель вниз с закрытым язычком и потом скольжением снова выталкиваем петлю-ловитель вверх. Язычок открыт. Такой наборный ряд более стабилен, чем ряд, выполненный обвивом. Последнюю петлю надеваем на краевую иглу, после чего рабочую нить вновь вводим в каретку. С чем можно сравнить ряд, выполненный обвивом? Для тех, кто вяжет спицами, будет понятнее, если я скажу, что это ряд, который мы набираем с помощью воздушных петель. Обратите внимание, он абсолютно полностью имитирует воздушные петли. Итак, для того, чтобы проверить, не тугой ли ряд вы набрали, точно так же, как мы поступали с рядом обвива, подвиньте петли. И если петли свободно перемещаются, ваш край хорош. Провязываем ряд. Для машин ЛК-150, для машин Нива
Для провязывания следующего ряда стоит выдвинуть иглы в переднее положение. И работу можно продолжить. Вот такое несложное начало вязания на этой чудо-малютке ЛК-150. И давайте рассмотрим в следующем занятии, как работают рычаги Рассела или рычаги частичного переплетения на машине ЛК-150. И что можно делать благодаря этим рычагам. На сегодня все. Я надеюсь, что тем, кто только что приобрел вязальную машину ЛК-150, это видео оказалось полезным.